тебя приветствует Warhol очередной серии Metal TV. Сегодня я расскажу о своем альбоме Stone Above Stone 2003 года. Со мной тут играли Собственно, Николай Амар Драмс на барабанах, я на ритм-гитаре, на вокале и на басу, Человек Громадов с группой Громадов, Дмитрий Черниченко на соло-гитаре. Вот, квартет, можно сказать, да. Так выглядела обложка, а сейчас, ну, в принципе, она так и выглядела изначально. Это я брал одну фотомодель. Вот, короче, фотомодель, да. Да, хорошая была девочка. Не знаю, не знаю, теперь, конечно. Ну, короче, классно мы с ней перетрелевали. Вот, короче, по смертью жизнь, по смертью стон, над жизнью стой. Такой девиз. Я придерживаюсь этого девиза, и все остальные участники этого альбома также придерживаются этого девиза, и поэтому на все заебись. Вот. Вот. Несмотря на то, что сейчас всякие проблемы, цирк, так сказать, мирового масштаба, фейк, этот вирус уже лет 5, я этим вирусом болею, блин, каждый год. Что за, блядь, пиздеж? Коронавирус, хуйновирус, блядь. Каждый год болею, нахуй. Хуйня это, блядь. Вот. Так что... Вот. Это самое. Вот, это самое. И сегодня 22 марта, и я до сих пор ищу соло-гитариста. Тот соло-гитарист испугался фейка этого и засунул себе свою голову в песок. Фу, ну и пошел нахуй. Вот, барабанщик нам нужен с карданом. Я сейчас сам учусь на соло-гитаре играть, как бы. Кардана у меня нет на барабанах, я сейчас не учусь, где-то больше месяца не занимаюсь практически. Вот. Вот. Ну, надо будет заняться, да. Думаю, с завтрашнего дня, например. Вот. Так сказать. Ну, что, все. Это самое. Переходи сейчас по ссылочкам, которые появятся в правом верхнем углу. Сейчас ты увидишь с моего канала. А, кстати, у меня же много каналов. Сейчас ты увидишь новое видео с канала Warhol, афоризм, анекдот, цитаты. Смотри, обязательно цитат сейчас появится. Сейчас появится рассказ о мародерах в Харькове во время карантина под названием «Я ведь не мразь». Вот. Сейчас появится ссылочка на мой канал по барабанам. И сейчас ты перейдешь по ссылочке для того, чтобы увидеть новый видеоклип, сыгранный мною на синтезаторе «Мрачная инструменталка» под «Мрачное видео», снятое мною. Ну, короче, там все описано. Все, подписывайся на канал. Пока-пока. Эту кассету можно заказать у меня, купив за $5, писать в личку, ссылка под видео. Тираж всего 33 экземпляра, это переиздание на глянце, 2019 года. Вот. Там тексты внутри, вон. Не буду, так сказать, портить экземпляр. Все, под смертью стон, над жизнью стон. Oh,